Всем привет, вы находитесь на канале ZevGaming, а с вами, как всегда, Александр. Сегодня мы с вами поговорим об еженедельном обновлении, о том, какие скидки и бонусы нас ждут на этой неделе, что интересного добавили Rockstar в Red Dead Online. Устраивайтесь поудобнее. Друзья, к вам небольшая просьба. Помогите на канале набрать 10 тысяч подписчиков. Для этого нужна подписка каждого, поэтому буду вам очень признателен, если подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видеоролику. Ну а мы начинаем. Двойные выплаты за избранную серию этой недели. Хардкорный вариант режима «Самое разыскиваемое». Хардкор режимы мне очень нравятся, так что обязательно рекомендую всем играть в этот режим. Именно в этом режиме отключены карты способностей и PvP обретает настоящий экшен и адреналин. Хотя после работы мне как всегда не удалось зайти в этот режим, не понимая, почему Rockstar не может устранить проблему с отключением к сетевым матчам. Отложите все свои карты способностей и расходуемые предметы, давайте разберемся, кто на самом деле круче. Избранная серия этой недели, хардкорный вариант режима «Самое разыскиваемое». Правило здесь одно – не убьешь ты, убьют тебя. Но чем больше ваш счет, тем выше награда за вашу шкуру. Хотите выбиться на первую строчку – истребляйте лидеров рейтинга. До 8 марта включительно все участники избранной серии будут получать вдвое больше РДО долларов и опыта. Опять Rockstar не балует нас двойным золотом, но ничего страшного, для этого есть и другие деятельности. Бонусы и награды для коллекционеров. Коллекционерам на этой неделе следует оглядывать окрестности еще усерднее. При нахождении любого коллекционного предмета в свободном режиме, кроме яйца кондора, вы будете получать вдвое больше опыта роли. Кроме того, за все события свободного режима для коллекционеров сейчас начисляется на 50% больше РДО долларов. А также больше опыта персонажа и опыта роли. Если сдать Мадам Назар коллекцию «Синее море», включающую в себя тули монстра, цефалопода и каменного окуня, в дополнение к обычной награде вы получите скидку 30% на один предмет для коллекционера, новичка или любителя. Оружие у скупщиков без ограничений по уровню и бесплатное быстрое перемещение. Скупщики сняли ограничения по уровню на все предлагаемое оружие, а именно на метательные ножи, мясницкие топоры, динамит, бутылки с зажигательной смесью, топорики, мачете и томагавки. Какие бы орудия убийства вы не предпочитали, это ваш шанс подобрать себе максимально смертоносную модель. Наряду с этим в течение следующих 7 дней все брошюры до 50 уровня будут доступны, невзирая на ограничения по уровню. Всю неделю быстрое перемещение доступно бесплатно. Гуляйте как ветер. И наконец, новая одежда из ограниченной серии. Rockstar взяла моду и на каждой неделе обновляет эту одежду, давая возможность игрокам потратить свои запасы денег. Куртка Макбей, зимнее пальто стрелка, чапсы Шафер, шляпа Бутел, сапоги Колхун, вязаные чулки, меховые перчатки, жилет Моралес, казацкая шапка. Как мы видим, некоторая одежда повторяется, ну и есть новое обновление. А теперь самая вкусная скидка 5 золотых слитков на сумку коллекционера, 30% скидка на обувь и жилеты, 40% скидка на лопату металлоискатель пароли коллекционер, 30% скидка на креольские лошади, также пароли коллекционера эти лошади идут, 30% скидка на брошюры о создании оружия и боеприпасов. Эта неделя не радует нас чем-то особенным и совершенно новым, но при этом очень даже неплохая неделя. Тут и скидка на самую лучшую роль для соло-фарма как опыта, так и денег, плюс скидки на предметы пароли, правда выплат увеличенных за продажу коллекции нет, но и на том спасибо. За избранную хардкорную серию спасибо отдельно Рокам, ибо я уже расстроился, что хардкор убрали, а тут сразу в избранную его запихнули. В общем, я еженедельным обновлением полностью доволен. Пишите и вы свои мысли, что понравилось, а что нет. Купили ли вы уже роль коллекционера или еще только будете покупать? Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, так вы делаете наш канал активным и, конечно же, прожимайте палец вверх и не забываем включать колокольчик. Новый видеоролик уже готовится и совсем скоро выйдет на канале. Всем до встречи!